Друзья, всем привет. Привет всем. Сегодня у нас вот такой большой толстолобик на 16 килограмм. Будем готовить вкусное блюдо. Также еще одно блюдо будет шикарное. Да, Чиха, приготовишь? Будем стараться, Мурик. Все, не переключайтесь. Смотрите. Будет очень вкусно. Поехали. Поехали. Приготовим, друзья, вот такие ребрышки. Мягкие, мощные, свежие, мягкие, да? Молодые. Молодой барашки. Ягненочек был. Чиха, ау, икры прям очень много в нем. Оп. Да что там у нас сыпется, посмотри. Икры. Столик маленький. Посмотри. Ну давай тарелочку куда-нибудь. Конечно, что-нибудь заварганим с него. Конечно. Давай, Борик, сюда. Все, что ты думаешь, тут комбинат икры, что ли? Ты сказал очень много. Ну, много. Так, а это в тазик. Вот так. Голову вот так пожирнее отрежем, чтобы была хорошая уха потом. Так. Оп. Сюда его, Мурик. Хорошая уха будет, чисто. Капитально. Так. Сейчас, друзья, быстро шкуру снимем. Что его чистить тут? Мучаться. И для вкуса сыпем соль адыгейскую. Чиха, что за вкусняшки у тебя тут? Сейчас попробуем. Закончим. Паприку для красоты. Красный жгучий перец побольше. И самое главное... Самое главное, приправа для шашлыка. Вот, пошел аромат. Чиха, ты тоже любишь острое, да, я смотрю? Очень сильно люблю острое. Все будет супер.
И то же самое с обратной стороны делаем. Так, Мурик, тебе помочь? Конечно, Чиха, твой выход по костям. По костям, специалист, говоришь, да? Да. Это сразу руби все. Дальше? Конечно. Вот. По пальцам только мне. Угу. По башке может заехать, знаешь? На всякий случай руку убери. Ты слишком долго говорить начал. Все, спасибо. Пойдет вот такие стейки? Попробуем, когда будем кушать, видно будет. Вот так его. А нос чешется. Сегодня Карина, тут мы не можем. Почему не можем? Можем. Кариночка разрешает мне. А чё ж ты молчал-то? Ох, не добил? Не добил, Чиха. Ну, нож тупить не хочется. А, это плавник. Надо вот эту... такие стейки у нас, друзья. Мой нож-то их легко перерезает, Чиха. Да жалко твой нож. Просто не хочется тупить об кости. Что-то, по-моему, нам тут это нормально. На пару деньков? На пару деньков, да. Отлично. Так, Чиха, рыбу помыл. Че, по 50? Да, обязательно, уже давно пора было. О, Карина приехала. Говорил я тебе, поймают нас. Ничего, ничего. За вас, друзья. За вас. О, давай, Чиха. Корешка. Привет, 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 Карин. Че, где, на Валбере съездила? Отвезла? Да. Сейчас выпьем, определимся. А вы отдыхаете? Отдыхаем. Да? Не смущай меня, пожалуйста. Отвернуться. Огурчик, Мурик. Спасибо, Чиха. Чего это вы так несерьезно, огурчик только? Рыба. Мясо. Сейчас все будет. Так, ну что, друзья, наши стейки помыли хорошенько. Эх, вот так они выглядят. Аппетитно. Думаю, подносов будет мало, Чиха. Ну, вот так. Рационально использовать будет нормально. Один отсюда ложи. Вот сюда? Вот. Все, понял, босс. Этот сюда. Этот сюда, да? Все. Ну что, друзья, посмотрите, как они аппетитно у нас выглядят. Широкие, толстые. Посмотрите, как раз, как я люблю. Чиха, ты любишь большие стейки? Капитально. На закуску всякая заглая идет. Отлично. В общем, как-то так, друзья. Чиха, возьми, пожалуйста, чтобы не мешало мне. Ну что, соль. Соли в рыбу жалеть не надо. Жарить будем не на сковороде. Соль будет выходить вместе с влагой. Поэтому сперва обычная поваренная. Вот так его. Обязательно красного перца. Это кусок тебе, Чиха, будет большой. Ты же любишь, чтобы еще вообще... Еще насыпь. Еще, все. Конечно. Так.
Очень вкусная, кстати, есть приправа для рыбы. Идеальное сочетание. Вот так прям побольше. Кто-то скажет, что это перебьет вкус рыбы. Ничего подобного. Также на эти стейки наполовину добавлю ореховую приправу. Тут грецкий орех, куркума, чесночок. В общем, только на эту половину добавляю ореховую. Чиха. Фу. Масло. Давай прям вот так его поливай на руку. Руки чистые, все помыл. Лей-лей на рыбку, проходись. Давай-давай-давай, не бойся, оно все равно стечет в прижарке. И на эту сторону тоже. Сделаем такой проводничок для специй. Кстати, Чиха, у меня к тебе это просьба. Говори. Вот там голова ж большая есть. После этой закуски нам завтра все равно голова вава будет. Может, завтра уху приготовишь с чем-нибудь. Любой каприз, Мурик. Все. Уха за Чихой. На похмель. Конечно. Я даже жабры удалил оттуда. Молодец. Главное, чтобы я не уставал, конечно, не напрягался. Ты костер я разожгу и воды налью. И главное, рыбу закинь, посоли. Хорошо. Так. Переворачивать сам? Вот, молодец. Да, да. Прям вот так мы его. Раз. Прям я даже не представляю, как я сейчас ворвусь в нее. Не сейчас, Мурик. Сейчас разве можно? Да я такой прям сейчас бы ворвался. Обычной соли обязательно. Так, побольше. Когда блюдо недосолено, такого вкуса нету. Остроты, остроты побольше. Остроты давай. Остроты будет вообще, блин, у меня рука в этом. А ну, Чиха, давай. Перчика устал. Ничего, ничего. Перчика давай. Как я люблю. Давай, давай, я тоже люблю острое. Друзья, любите толстолоба? Ну, из толстолоба, кстати, хе тоже вкусное. Но мы не стали сегодня заморачиваться. Думаем, в следующий раз. Да? Ореховую только на эту. А, это для рыбы. Это не ореховая. Аромат очень мощный, кстати, у этой приправы. Ничего лишнего, как говорится. Аромат это травы, это же хорошо, это полезно. Не, ну некоторые любят просто рыба, соль. И вот на эту ореховую сделай, Чих. На вот эту, да? Да, да, да. Блюда с грецким орехом всегда вкусные. Все, масло чуть-чуть и погнали массаж. Подожди, давай, 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 вот так его. Так, дали. Ну, лей, лей, лей. Угу. Везде вот так промассажируем, вот так. Ну ты массаж любишь делать. Не, я люблю, когда мне делают. Или когда я делаю массаж мясу. А-а-а. В общем, вот так. Что там у нас, кстати? Тандыр готов? Тандыр готов, Мурик. В общем, вот так. Так, рыбка, рыбка. Я думаю, это несколько заходов надо будет. Сперва большие, да, сделаем? Конечно. Не, Морик, внутрь большого маленький положи. Прожарится? Конечно. Понял. Разворачивай. Вот этот или вот, вот этот? Да? Можно. Раздвинь, ага, вот так.
красота. Концы разбегай и засовывай. И капитально прожарится, я думаю. Конечно, прожарится, куда он денется? Ну, за один заход мы не сможем. Сейчас попробуем. Это побольше, наверное. Кстати, залетело. Ну, не красота, нигде ничего не выпирает. Вроде не должно. Он будет прожариваться, он будет раздвигаться. Отлично. Вот такие жирные стейки у нас, друзья. Капитально. И ждем. Мурик, мясо готово. Прям шкварчит, что тут. О-хо-хо-хо-хо. Я думаю, еще минут 10 и все будет готово. Ну что там, Мурик, под горячее? Чиха ты мои мысли читаешь. Под горячее, холодненькое, огненная вода. Держи. Ваше здоровье, друзья. За вас. Всех благ всем. Давай. Извини, Чиха, запивать нету. Вот так вот. Очень вкусно. Мощно. Прожарилось? Он гумбума. А кости? Все прожарилось, тихо, вот кости. Я, если честно, проголодался. Кушай, что ты? Это скушаю, рыбу не смогу. А-а-а. Кстати, рыба уже готова. Надо идти снимать. Карышка, что ты там тащишь? Мурик забрала посылку, которую нам прислали. А я думаю, куда ты делась? Давай посмотрим. Давай. Это посылочка с Казахстана. Так, Карышка. Четко упаковал. Поскольку сделаю сейчас всю коробку. О, вот сюда. Вот это я понимаю. Все, на выходные едем. Угу, вот это я понимаю. Венички. Так, я так думаю, это дубовые. Угу. Это ель. О, березу вижу. О, как пахнут. Это береза. Держи, корешка. Ай, Бауржан. Сау, брат.
Так, о, тут еще что-то у нас. Сюрприз. Так, посмотрим. Я так думаю, это масло. Комплект для бани. Все как положено. Упаковал капитально. Запах. Угу. А это вообще мощно пахнет. Это точно для бани что-то. Так. Что тут у нас? Посмотрим. Это водичка. Минеральная. Отличная вещь. Это не под... Опа, что это? Это не... А, это масло. Я думаю, что за аромат? Понюхай. Угу, водичка. Отлично, это для бани. Так, корешка, а так аккуратненько. Твои любимые орешки. Угу. Кедровые? Кедровые. Открывать не буду, потому что руки прямо это... Шишки. Ай, Бауржан, красавчик. Вот такие братья у нас в Казахстане. Ну что... На выходные готова? Я? Yeah. Ну, конечно. Готова. Вот такая у нас. Тут еще много веников у нас всяких. Просто все вытаскивать не будем. Так, корешка, давай аккуратненько все поставим. Какой аромат? Это из хвойной породы масло, видимо. Пихта, да, по-моему? Ну, что-то, пихта. Да. Ну, очень ароматно. Очень. Укладываю. И готовься. Вот так буду шестимя вениками делать. Спасибо большое. Спасибо от всей души. Бауржан. Красавчик. Корешка. Спасибо большое. Забирай. Очень приятно. Карина лучок принесла. Хлебушек. Ох, красота. Мурик. А, чиха. Вторая партия готова. Так, тарелку. Давай. Тарелку давай. Прям в масло, да, пальцами залазишь. А чё? Зима, холодно, чё? Только мне на руку не налей. Так. Вот так. Отлично. Вот, видите? Рыбу тоже надо доставать, чиха. Сейчас достанем. Чиха, ты готов? Готов. Неси. Аж от костей отходит, чиха. Его так сразу не снимешь. Надо так... немножечко, чтобы он остыл. Но он... Вот по-другому он развалится. Или вот эти верхние можно. Видишь? Он... Нет. Видишь, мой. Косточки выходят. А ты... На одну кость вытащим. Готовность. Хорошо. Видишь? Так. А ты говорил, не жирный. Смотри, что сколько жирный. Жирный, конечно. Так, где урна? Здесь же, да, стоит? Вот так. А. Че, садимся? Сейчас все разложим и встретимся за столом. Пока да? Чуть остынет, может. Давай. Ты же знаешь, я всегда за. Давай я налью чих.
Ну, бауржан. Маслом аромат стоит. Красавчик, брат. От души спасибо. Держи, отлично, дорогой. С твоего позволения, Чиха, бауржану пожелаю. Обязательно. Поблагодарю, как говорится. Бауржан, большое тебе спасибо за внимание. Это очень приятно на самом деле. Если будет возможность, приедь в гости, погости у нас чуть, погуляем, горы, реки, природа. Наш дом всегда открыт для тебя. Очень давно мы списываемся, очень давно переписываемся, не только в комментариях. У нас есть номера телефонов, это, может, для кого-то секрет, но я говорю, как есть. Слов нет, одни эмоции. Желаю тебе крепкого здоровья и тем людям, кто тебя воспитал, пускай у них все будет лучше, чем ты даже себе представляешь, брат. Не болейте, будьте здоровы. А в лице тебя за всех твоих родных, близких. Поддерживаешь, Чиха? Поддерживаю. Ждем в гости. А ну-ка, ну-ка. Ах, можно сразу маслом занюхать. Тает во рту, а не в руках. О, масло, очень сильная вещь. Спасибо еще раз. Так, выкладываем, раскладываем и садимся. И садимся. Все. Ну что, падаем? Падаем, конечно. Ну что? Давай, давай, Морик, под горяченькую. А Карина пускай смотрит. Да, Карин? Я буду кушать, почему я буду смотреть? Так, что тут? Что ты там? Луковая шкурка. Говори, Чиха. Давай, Морик, выпьем за всех тех, кто нас смотрит сегодня, за всех тех, кто нас даже не смотрит сегодня, в будущем будут смотреть. Хорошо приготовили, посидели с Муриком, с Кариной, хотим по 100 грамм выпить с Муриком и попробовать еду, то, что приготовили. Как говорится, продолжить вечер, да? Да, да. Давай, Чиха, за вас, друзья. За вас. Ох. Ах. Карина. Рыбу. Кусочек буду. Попробую. Так. Спасибо. На здоровье, дорогая. Хотел рыбу. А вытащить. Ты кости будешь? Да нет, я хотел рыбу вытащить, кости вылазят. Угу. Да. Вот так. Давай. А то хлеба объемся, потом ничего не смогу. Эх, приятного аппетита всем. Спасибо. Mm-hmm.
Великолепно. Вкус на дачах. Что ты там копошишься? Кушай все подряд. Жирное не хочу. Без жира мясо не мясо. Все настолько вкусно, Чеха, что даже не знаю, с чего начать, с рыбы, с мяса. А я начал с того, что я приготовил. Теперь, Мурик, можно и рыбу проверить. Че ее проверять? Рыба разваливается. Точно. А и все. Вкусно. Карина, че картошку не кушаешь? Не хочу. Мурик, закругляем? Конечно. Сейчас лимончик Карине порежу. Я не успел сказать. А как ты рыбу без лимона кушал? Мне тоже. Все. Чеха? Давай. Я ладно, а ты как без лимона рыбу? А я только взял. Я тоже. Ну, давай, Мурик. Ну что, друзья, как говорится, продолжим мы наш вечер. Конечно же, на этой красивой ноте мы не прощаемся. Сейчас еще ребята подъедут. Желаю вам быть крепкими, быть здоровыми. Везде, где ступила ваша нога, чтобы она приносила только удачу вам и тем, чей порог вы перешагнули. Будьте счастливы. Не болейте. Будьте здоровы. Всем пока-пока, друзья. Пока. Пока-пока.